Уважаемые пассажиры, троллейбус работает без кондуктора. Убедительная просьба передавать за проезд водителю. С понедельника кондукторов нет в троллейбусах 4, 7, 11 и 12 маршрутов. Водитель Максим Козырев верит, что со временем все привыкнут к новшеству. Но в первый день ему было трудно работать за двоих. Объявляю постоянно, что кондуктора нету, передаем водителю за проезд. Вот. Ну, если не желают, я сам лично выхожу на остановочке в салон. Вот. Естественно, громко говорю, кто не обелеченный, передаем, пожалуйста. Потому что по микрофону не все желают оплачивать. Лидия Пономарева ездит 11 и 4 маршрутами ежедневно. Говорит, что без кондуктора дорога занимает на 10 минут дольше обычного, так как водители могут продавать билеты только на остановках. Очень неудобно без кондуктора ездить в троллейбусе. Водитель отвлекается. Пассажирам тоже держаться не за что, падаем, передавая на талоны. Сейчас троллейбусы задерживаются максимум на 12 минут и только в часы пик, утверждает начальник службы движения электротранспорта Антон Беремесенко. Через несколько дней время опоздания сократится. Работает штат контролеров. В настоящее время как бы абсолютно не санкции, скажем так, не предъявляют к пассажирам, просто объясняют ситуацию сложившуюся и объясняют требования о том, что пассажир должен передать за проезд водителю или по возможности зайти на первую дверь, приобрести билет для поездки. Пока троллейбусы без кондуктора – только эксперимент. Транспортная служба надеется, что его результат будет положительным, говорит Антон Беремесенко. Сейчас предприятие решает вопрос о покупке компостеров. Эксперимент по работе без кондуктора продлится до 15 ноября. По его результатам решат, в каком режиме дальше будут работать троллейбусы. Екатерина Павлова, Георгий Жилич, «Панорама».